Ночь на пятницу выдалась несчастливой для владельцев припаркованных во дворах жилых домов авто. В районе улицы Куконковых областного центра за раз сгорели сразу 4 машины. Иномарки «Рено», «Мерседес», «Ниссан» и отечественный ВАЗ-2104. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП, но спасти охваченные пламенем автомобили им не удалось. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают. Наиболее вероятная причина пожара – занос открытого источника зажигания, то есть поджог. Еще 2 автомобиля сгорели в ночь на пятницу в городе Тейково. В момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение 2 автомобилей марки Mercedes GL370 и машины китайского производства. Пожар был локализован. В настоящее время причина пожара устанавливается.